Сейчас видно мой экран? Да, только половинку от него видно. Ну, вообще Да, там все. Что-то Угу. есть. А то у меня какие-то проблемы наблюдались. А надо зашарить весь экран, а не только... Да, вот. я сделал весь экран. Вот, должен видно пакет трейсер. Так, хорошо, пока... Значит, сначала, пожалуйста, покажите, что у вас ходят пакеты с разных территорий. Ну, например, Донская, Павловская, Донская, Сочи, Павловская, Пиза. Ну, здесь у меня есть Павловская. Вот. Нет, движение пакетов. Либо трейс-роутом, либо в режиме симуляции. А. Егор Русланович говорит, что у него интернет отвалился. Вот сейчас он быстренько перезайдет. Хорошо, ждем. Илья, пока Егор там пытается решить свои проблемы, может быть, вы покажете свой проект? Он сейчас уже вот заходит. Сейчас, да, сейчас я включу. Добрый день, Маргарита. Добрый день, Алексей. Сейчас отвечают Илья и Егор. После них можем побеседовать с вами. Пожалуйста, подготовьте сразу проект последний, на основе которого мы с вами будем беседовать.
Так, пока у нас Егор и Илья по какой-то причине отключились, есть кто готов защищать свои лабораторные работы? Я готов. Алло, назовите, пожалуйста, вас не видно, кто вы. Квашнин. Так, Алексей, тогда, пожалуйста, последний проект открывайте. Сейчас. Открыл. Так, пожалуйста, команды Трейс, продемонстрируйте движение пакетов, маршрут с Павловской до Пизы. Еще раз. Вас очень плохо слышно. Командой Трейс. Симуляция. Да? Да, я прерываюсь. Давай я приступлю, пока я разберусь с проблемой связи. Попробую переподключиться. Егор, у вас сейчас связь работает? Так, что-то у нас все это совсем затянулось. Давайте мы регламент выработаем. У нас сколько человек стоит на сдачу? Я смотрю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это. В общем, много мы не сможем на каждого тратить. Давайте так. На каждого 5-7 минут на основное, и потом, может быть, дополнительный вопрос. Если кто не укладывается, или у кого-то вдруг случайно в это же время пошли технические проблемы, это значит, что он переходит на
пересдача номер 2, а потом на пересдаче номер 3, а потом на повтор курса. Третья пересдача не предусмотрена, Дмитрий Сергеевич. У нас всего две пересдачи. Сегодняшняя и комиссионная следующая. Ну, третья пересдача, это значит не в этой жизни. Значит, поэтому давайте будем более активно работать. Итак, у нас по списку, значит, на кого ткнем? Ну, давайте, леди should be first, Уточкина. Давайте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, подключайтесь, пожалуйста. Угу, сейчас. Покажите вначале, что у вас все лабораторные файлы есть. Покажите, что файлы лабораторных у вас есть. Вот что... открыто сейчас? Нет, не открыто. Вот файл лабораторных. Что это? Стоп. Я не увидел, я не пересчитал их. А где же тут номер один? А, он в... Муточкина, это М. Вуточкина. Вы меняете имена постоянно, да? Или это, опять же, вы купили работы и... Боже мой, букву В не дописала. Нет, ну это вы везде не дописали. То есть это явно делали не вы. Потому что когда человек делает что-то сам, он пишет одинаково везде. А тут получается, что делал, наверное, кто-то другой. Третья работа я не вижу. Третья работа я не вижу. Так третья – это же схема. Схема? Давайте схему посмотрим. Ну, она у меня в отчете только. Мы же в прошлый раз... Ах, опять же, это не вы делали. Ну, мы же разговаривали об этом в прошлый раз. Это ваш компьютер? Да. Вы на нем работали? Да. И вы стерли, потому что у вас сколько? Всего лишь 22 гигабайта места на диске, и схемы, которые занимают меньше мегабайта, они слишком много места на вашем диске занимают, да? Можно сдавать, пожалуйста. Давайте попробуем. Ну, давайте вначале Trace запустим. Откуда, куда? С какой точки, с любой. Ну, с Павловской куда-нибудь, и в Сочи. Хорошо. С Павловской не в Сочи, а в Пизу. В Пизу, конечно. Где у вас Павловская? Павловская снизу, я смотрю IP Пизы, чтобы запустить. Хорошо. Скажите, какого класса этот адрес, который вы сейчас только взяли? Класс адреса какой? Какие есть классы IP-адресов? Классы IP-адресов? Ну, ABC, я это не... А это какой? ABC дальше. После ABC. В смысле дальше? А, Б, С, дальше какие адреса, как классы есть? Ну, есть еще Д. Еще какие? Все. Все, больше нет никаких. Вы уверены? Вы можете сказать, как мы можем отличить класс адреса один от другого? Не особо. Не знаете, да. Значит, у вас пакет идет через что? Через VPN, да? Покажите мне, что этот пакет через VPN прошел. Ну, у нас тоннель стоит от Москвы, Донского, вот отсюда вот до... Ну, так покажите, что он именно через VPN прошел, а не как-то по-другому. Вы можете открыть роутер, параметры VPN и показать, скажем, до... Ну, чтобы я увидел, что вот вы показали какие-то его статистики, потом запустили пакеты, и мы увидели, что это количество пакетов в статистике прописалось, этого туннеля.
Так, что мы увидели тут? Ну, что-то туннель работает, и что он активен сейчас. Где мы увидели, что он активен и что работает? Ну, Tunnel 0 и ZAP, например. Хорошо. Так, как мы докажем, что эти пакеты прошли именно через этот туннель? Но они по-другому не могут пройти. Не-не-не-не-не. Это не доказательство. Докажите, что пакеты прошли именно... То есть вот мы гипотезу вводим. Пакеты прошли через туннель. Можем показать? Хорошо, давайте посмотрим что-нибудь другое. Скажите мне, пожалуйста, что у нас... Вот... Как СТП работает? Покажите у вас, что оно работает. Сейчас, так. Ну, мы, допустим, с ДК Донской можем... Ну, СТП вообще нужен, чтобы устранять петли. У нас вот есть петля, вот эта вот. То есть пакет... Ну, я просто хочу... На каком петли устранять? На каком уровне? Не помню уровень. Очень хорошо. Тут вот наш пакет может... Сколько уровней вообще у нас в модели? 7? Назовите мне их по порядку. Физический, канальный, сетевой. Дальше не особо помню. Ну, так показывайте, как СТП работает. Ну, то есть, тут пакет может, ну, как бы... Покажите, просто покажите. Сейчас я вспомню, как это делать. Так, ну вот, допустим, отсюда мы можем... Сейчас я скопирую отсюда. Так, нужно, по-моему, чтобы он так делал. Например, вот так. Сейчас. Вот. А, нет, надо было mail пинговать, а не этот. Сейчас. Потому что если этот, то там будет не видно. Сейчас он найдет. Вот, и теперь нам нужно отключить вот этот вот. Ну, то есть сейчас он идет, а нам сейчас нужно отключить... Сколько у вас баллов за семестр было? 42. А кто у вас научный руководитель? Курсовой? Ну, кто будет курсовой? А вы еще наукой не занимались, да? Хорошо. Так, ну теперь показывайте, что, как он работает. Пока мы пинг видим. Ну, вот, научный руководитель — это очень, как сказать, это очень не абстрактный какой-то вопрос, но в смысле научный руководитель. Не надо, все. Давайте, показывайте, как СТП работает. А вот и нашел. Сейчас нам нужно отключить интерфейс, вот этот вот, к которому он идет, чтобы, ну, чтобы было видно, что он пойдет. Отключите. Сейчас. Я начал вспомнить, как он, какой он тут, какой у него номер. Так, сейчас. По-моему, это Г01, сейчас. Так, Г01. Конфты не убила, что ли? Так, интерфейс Г01. No shot. А, нет, наоборот, shot. А, так, вот мы сейчас отключили. Так.
Вот только, ага, ага, это, блин, а какой же здесь тогда был? Угадал два, наверное, сейчас. Тогда включим обратно, ну, хорошо. И теперь интерфейс G02. Ждем. Она прошла. Вот, и сейчас пакет должен, он должен перенастроить, и пакет пойти по другой вот этой вот как бы линии. Ну, собственно, вот он перестал находить, перестроил, и сейчас стал идти вот так вот. Маргарита, из команды Pink не видно, что перестроен маршрут. Каким образом можно увидеть, что маршрут идет по определенному пути? Ну, в режиме симуляции можно это посмотреть. Кроме режима симуляции, если у вас нет графического интерфейса. Смотреть. Еще раз? Трассертом, ну, трассерт вести. Ну, так и покажите это. А, вот это не видно, да. Ничего не увидите, да. Значит, вообще, конечно, очень плохо, но поскольку первый человек я бы поставил уже, чтобы не тянуть время, я прекращаю свои вопросы, передаю право вопросов следующему преподавателю, если есть вопросы. Если нет вопросов, то давайте сбросим ее уже. Так, Маргарите, сейчас нет вопросов. Посмотрим по общей тенденции отвечающих. Скорее всего, будет положительная оценка. Хорошо. Подключаться? Отключайтесь, пожалуйста, отключайтесь. Хорошо, спасибо, до свидания. Так, следующий. Ну, давайте по алфавиту. Это самое простое. Волщиков. Есть такой, нет? Да, 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 есть. Ну, давайте. Давайте попробую показать. Видно? Так, все лабораторные покажите. Хочу увидеть. Видно, да, экран? Да, видно, все лабораторные покажите. Папку с лабораторными. Так. Видно? Нет. Вы точно зашарили десктоп, а не, да, мой, да, не да, один, вот. Не одно окно? Видно, нет? Виден ваш рабочий стол. Ну, а папку? То есть у меня вот эта папка наскидана. Да. Откройте папку. Ну да, все хорошо. Давайте смотрим лабораторную последнюю. Угу. Значит, что у нас? Опять отвалились. А, вы тут играетесь. Ага. Так. Ну, пожалуйста, вот так вот сделайте. Значит, доступ, ну, с Павловской, например, на Яндекс-сервер. Покажите, что доступ есть, а потом с помощью АКЛА закройте этот доступ. К любому компьютеру с Павловской возьмите. Покажите, что с него доступ есть на www.yandex.ru, а потом закройте этот доступ. Давайте. Так, сейчас я подумаю, как это вообще сделать правильно. Нет, надо неправильно, просто надо сделать и все. Это вы делали недавно достаточно, так что тут думать не надо. Ну, покажите вначале, что доступ есть.
Ну, поскольку там HTTP, то, соответственно, и закройте HTTP. Покажите доступ по HTTP, что есть. Так. О. Так, теперь с помощью Telnet покажите, что доступ есть. А туда же на Яндекс, да, нужно? Да, 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 да. С помощью Telnet покажите, что доступ есть. А, ну, так как это администратор, то есть, ну, ничего запрещающего нет. Ну, вот. Покажите, что доступ есть. С помощью Telnet. Простой вопрос. Ну и что тут, доступ есть? То, что вы показали? Так, возможно, там просто Telnet отключен. Мы хотим к www проверить, к HTTP проверить доступ с помощью Telnet. С помощью Telnet доступ к HTTP. Это обсуждалось, как с помощью HTTP работать с любым другим протоколом. С помощью Telnet, Дмитрий Сергеевич, не HTTP. С помощью Telnet, да. Пардон, пардон. Ну, с помощью HTTP тоже можно. Это теперь новый Telnet. Все теперь энкапсулируется в HTTP. Значит, не знаете. И как закрыть? Соответственно, то есть, если вы даже закроете, вы потом не сможете проверить, действительно ли вы закрыли или нет. На мой взгляд, человек не может сдать. Пожалуйста, другие вопросы есть к нему? Ну, покажите настройки маршрутизатора основного и поясните, что на нем настроено. Ключевого административного маршрутизатора. Сейчас, секунду. Поясняйте по ходу. Сейчас, секунду. Так, ну эти адреса отключены от автоматической выдачи из пулов. Вот так. Первый, второй. Ну, то есть вот это, получается, у меня CP-пулы. DH CP-пулы, если быть точными. Дальше. Так, сейчас, секунду. Так. Это вот имя пользователя и пароль.
Дальше домен и DNS-сервер. Дальше режимы STP. И какие режимы STP здесь указаны? Здесь указан обычный режим по VST. Не понимаю, что вы говорите? Откуда там STP? Или какой последний вы сейчас то сказали? В конфиге последний. Нет, вы сказали какую-то аббревиатуру, которую я не смог расслышать. Последний, вот, Spanning Tree Mode PVST. Так, что такое Spanning Tree Mode PVST? Это получается протокол FTP. Вот, в какой протокол? PVST. STP. Так, а что такое PVST? Это режим. Какой режим? Что за режим? Это ну, фирменный, это от Cisco, то есть режим их. Так, я не вижу смысла больше спрашивать. Человек явно не знает. Я думаю, что мы подумаем, что еще делать с ним. Все, я уже не имею вопросов. Я считаю, что это не раскроет ваших знаний больше. Передаю следующему преподавателю. Так, Илья, можно мы тогда... слушаю вас. Слушаю вас. Я просто спросить, что можно вне очереди, а то у меня пропадает постоянная связь. Да, сейчас с Ильей закончим и переключимся. Спасибо. Так, Илья, мы посмотрим на остальных. Если вы будете вызваны на вторую пересдачу, то мы вам об этом сообщим. Все, можете отключаться. Понял, спасибо, до свидания. Так, Егор, если вы готовы, то давайте. Да, да, сейчас. Так, видно мой экран? Да. Взрыв на макаронной фабрике. Ну да, актуально. Так, ну, мои лабораторные. Так, ваши лабораторные. Ага. Так, хорошо. Почему у вас разные названия? В одних лап идет, а в других просто 0203. Вы начали по одному называть, потом передумали, а потом обратно вернулись к старому способу названия. И почему в одних случаях вы называете 0, 1, 0, 2, 0, 3, а потом 4, 5, 6, 7, 8? Здесь... Нелогично. Нелогично. Да, я это очень легко объясню. Потому что у меня... с первой, по-моему, по пятую это была просроченная сдача, и третью я отправлял вовремя в виде только отчета, и сказали, что это не отчет, а, то есть нужно делать лабу. И поэтому у меня названия вот так отличаются постоянно. Хорошо, давайте. Так, у меня, естественно, 16-я вот. Камеру включите на секундочку. У меня сейчас не будет ничего работать. Ну, то есть может пропасть соединение. Я могу, конечно, включить. И выключите, да. Да, хорошо. По-моему, меня не видно. Да, да. Ну ладно, без камеры тогда. Угу. Я сейчас еще раз попробую. Угу. Ну да, значит, у вас плохая... Нет, когда плохая связь, то он не включает камеру. Ну вот, да, вы вылетели. Да, я вернулся. Да, давайте, включайте. Значит, у вас совсем плохая связь, раз вас ушибает. Да, у меня, да, везде сегодня такое. Так, сейчас. Куда-нибудь. Все кинулись сдавать? Возможно. Итак, так, что да. Мы сможем посмотреть на этой лабораторной работе?
Так, так. Ну вот то, что вот предыдущий оратор нам ничего не сделал, нам нужно посмотреть доступ к Яндексу из с Донской, что он не с Донской, с Павловской, да, к Яндексу, показать с помощью Толнета, что есть доступ, и потом для этого компьютера закрыть доступ и показать, что доступа нету. Давайте. Вы что-нибудь делаете? Да, у меня просто сигнал сейчас пропадает, я вас плохо слышу. Итак, давайте. С Павловской покажите, что есть связь с Яндексом, и потом прикройте ее. Так, слышно меня нормально? Слышно, слышно, давайте. Угу. На этом покажите, что связь есть. Телнетом, телнетом. А. Ну, наберите что-нибудь. Он ответит? Попробуйте. Любую. Набор букв, любой. Да, у меня отказывается вводить вообще. Ну, потому ладно. Что он у меня, видимо, ну, подключается еще, наверное. Ну, а про пингонитика? Пингоните. Пингоните. Нет, у меня... Ну, выйдите из... Как из Телнета выходить? Не знаете, mm-hmm. да? Почему вот, я вышел? Да, пингоните. Пингоните. Mm-hmm. Ой. Как, не помню команду на пинг. А, на другую. Все. О, у вас DNS не работает? Как чудесно. Наверное, здесь не очень чудесно. Не работает схема вообще. Сейчас посмотрю. Давайте мы... А где у вас DNS находится? А проверьте, у вас режим симуляции или реальный режим времени? А, да, у меня симуляция, да, просто включена. Вы переключили симуляцию, да. Угу. Спасибо, я и не заметил этого. Так, тогда сейчас еще раз попробую. Угу. Так. Что у нас с пингом? Ну, у меня пинг... идет. Угу. Там, ну, покажите, что пинг проходит. Телнетом покажите, что он работает. Телнет, скажем, предположим, пинг закрыт там. Как чудесно. А почему же refused? Но у меня он подключается, но сервер не дает там Телнет открыть. Нет, нет, нет. Ну, тогда покажите, что www, веб-браузер давайте запускать. Я что-то уже удивлен вашей схемой.
Работает, а почему не проходит тогда по 80-му порту? Ну, потому... Ну, блин. Потому что, может, это сам пакет-трейсер такой. Не знаю, нет. Он не такой. Он обычный. Ну, давайте закрывайте 80-й порт для этого хоста. Где вы будете закрывать? Еще раз можете, пожалуйста, повторить, пропадает у меня. Закрывайте 80-й порт для этого хоста, чтобы он не ходил. Именно к Яндексу, чтобы не ходил. Так, все, меня должно быть опять слышно. А то у меня появилось что, задержку. Так, я столкнулся с проблемой, что у меня почему-то ввод клавиатуры перестал работать. Ах, да что ж такое-то? Ну вот я пытаюсь enable написать, он мне не дает. Ну, это ж просто фантастика какая-то. А что-то перестает работать. Ну, давайте я попробую, что ли, хоть где-то здесь, что-то может... Ну, здесь та же самая проблема. Здесь работает странно. Васил кусками развалилась. Да у меня какая-то непонятно, что происходит. Вот я просто enable даже не могу вести. Во, все, сейчас попробую. Сейчас. Ну, с моей стороны все вопросы закончились. Я думаю, что можно условно поставить, потом обсудить, но я за то, чтобы поставить ему 51 балл. Все, мои вопросы закончились. Есть вопросы еще? Пока вопросов нет, обсудим чуть попозже. Да, прошу тех, кто... Все, быть в конференции все. Или как? Нет, всем, кто сдал, прошу отсоединиться. От вас все больше хорошо. Ничего не зависит.
Результаты спасибо. Будут вывешены в ТУИС. Угу, спасибо. Да, до свидания. До свидания. Так, где Кусар? Так, слышно меня? Да. Видно. Да, все лабораторные давайте посмотрим. Так. Так. Какую? У меня они по папкам распределены. Ага. Очень хорошо по папкам, да? Угу. Ладно, да. Так, 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 подождите, подождите, подождите. Все папки сделаны 20.04. Это сегодня. Нет, ну что? Ночью. Сегодня ночью. Я только что перекидывал на рабочий стол. У меня папка учеба есть. Да, а почему-то одна папка сделана 06.04. Нет, 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 все это очень подозрительно. Все это очень... Да, в папочку зайдите. Ну, вот хотя бы в эту пятую, да? Ага. И тут такая же ерунда. Ну, хорошо. Я редактировал, возможно, когда я перекидывал на рабочий стол перед сдачей экзамена. Да, конечно, конечно, конечно. Нет, не верю, не верю. Ну, ладно, давайте смотреть. Давайте смотреть, давайте смотреть. Ну, давайте вот то, что у нас предыдущий товарищ делал. Ну, для начала давайте покажите. Давайте СТП покажите мне, что оно работает. Там линк один убейте, не сохраняйте, потом поднимите. Давайте. Так, что у нас? Почему не пингуется еще? Сейчас загружается. Хорошо. Ну, покажите, как пакеты идут с помощью симуляции. Да. Ну, давайте оборвем один провод и посмотрим, что будет Но он продолжает спинг. А где? Удалите вообще один линк. Просто удалите его. Просто удалите линк физически. Нет.
Да, ну и что у нас на экранчике произошло? Покажите, на пинге. Все, прервался. Ага. Сейчас должен возобновиться, по идее. Да, нет. Так, у меня пока еще не видно, что... А, вот, все, возобновился. А какой там протокол? Почему так долго он поднимался? Ну, по заданию был Rapid по высоте, но, возможно, а несколько коммутаторов пропустили. Покажите, что там Rapid. Я что-то не уверен, что так долго Rapid может работать. Тут какой-то slow. Покажите, что это Rapid. Где? Ой. Не удалять не надо. Можете откатить назад. Откатите назад все, чтобы это, и покажите. Да. Угу. Вот он. И так медленно работает. Это очень странно. И на всех у вас Rapid стоит, да? Ну, а какой рутовый у вас? Рутовый, покажите, какой рутовый коммутатор. Рутовый коммутатор. Так какой рутовый? This bridge. Ну, вот этот, ну, вот SV1. Какой? Пальцем ткните, какой из этих коммутаторов рутовый? Вот он, SV1. Который. Хорошо. Хорошо. Так, ну и теперь VPN покажите, что работает. Протрейсируйте до Пизы из Донской и покажите, что VPN работает. Так. И пища. Так. Так. Теперь. Не из Пизы Донскую пингуете, а наоборот. Ой, сейчас давайте наоборот сделаем. Сейчас. А. Вам надо на Донскую перейти, из Донской пинговать Пизу. Так? Ну, я наоборот сделал. Из Пизы Донскую то же самое. Да, я прошу с Донской Пизу. Ну, так, хорошо, ладно. Покажите, что это действительно прошло через тоннель, а не как-то по-другому.
через тоннель. Так, давайте. Да, тут что-то сделаем, да. Нет, а ну, попробуйте. Да, давайте. Ну, прошел через провайдер. Но шлюзы провайдера мы не видим. Ну и покажите, что это действительно через тоннель. Какие точки у нас тоннель соединяет? Москва, Донская, ГВ и Пиза ГВ. То есть у нас вообще не должно быть видно других устройств, да? Ну, у нас их и не видно, да, все правильно. МСК-провайдер я вижу, да? Тут в трассировке. Это пакет через них идет. Он не может не идти через них. Чисто физически. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ладно, все. У меня вопросов нету. Думаю, можно поставить. Согласна. Можете отключаться. Спасибо. До свидания. Карташов. Да, здравствуйте. Давайте. Показывайте все лабораторные свои. Видно экран? Так, да, видно. Ага. Это что, а что у вас за монитор-то? Квадратный. 1280 на 1024. Это из какого века вы его достали? Для Сергея, это не важно. Хорошо, хорошо, давайте. А где ваши схемы? Схемы нет у меня. Спасибо. Последний проект открывайте, пожалуйста. Открыл. Что мы давайте начнем? Ну, давайте мы закроем доступ к Яндексу. Давайте закроем доступ к Яндексу с Павловской. Сразу можете закрывать, да. Угу. Так. Сейчас закроем доступ. Так, сейчас я вспомню. Стоп, Яндекс с Павловской. Сейчас. Списки доступа где находятся? Покажите. Ткните пальцем, на каком устройстве списки доступа находятся. На сервере? Ткните пальцем просто. Вот на этом устройстве находятся списки доступа. Очень интересно. Показывайте, где они. Не знаю. Вы делали лабораторные работы? Да, делал. И не знаете? Не знаю. Вы же их делали совсем недавно, да? То есть очень оптом, да? Сделали сразу все. Ну да, относительно недавно. Значит, не выветрилось из памяти, как вы накладывали списки доступа. Выветрилось. Перенесем на вторую
Я не вижу смысла. Человек просто не ориентируется в том же в схеме. Он просто не понимает, как с ней работать. К сожалению, у меня вопросов нет. На следующий раз, да. До свидания. Квашнин, пожалуйста. Да. Я здесь. Каталог со всеми... Да, все видно. Каталог со всеми лабораторными откройте, пожалуйста. Вот все папки здесь. Ну, в папки зайдите внутрь. В папку зайдите. 12-й лабораторный. Так, что у вас тут? Ну, тут много. Ага. Даже разных. Типа, когда не работает, работают такие бэкапы. Ну, хорошо. Но, yes, I guess. Хорошо, давайте смотрим. Алексей, скажите, алло. А вас вызывали на пересдачу? Чего? Да. Точно, да? Сообщение было? Ну да. Да. Странно, сейчас тогда по ведомствам проверю, извините. Я... У вас связь пропадает, и если что-то хотите сказать, наверное, в чате напишите. Вас очень плохо слышно. Дмитрий Сергеевич, у Квашнина 54, поэтому я не очень понимаю. А, тогда непонятно, он, может, перепутал, тогда мы да, его возможно. Даже не рассматриваем. А у Жозефины... У нее там 49, и она была на неявке. Ага. Жозефина, давайте подключайтесь. Алексей Квашнин, у вас же 54 балла, так да? Что вам пересдавать не надо. Вы, наверное, ошиблись. А мне написала старость. Я уверен, потому что я в ТУИСе тоже написано, что мне даже. Ну, значит, ошибка вышла, наверное, да. Да? То есть 100%, потому что я тоже сейчас не хочу. По администрированию локальных сетей у вас 54 балла. Ну ладно, тогда хорошо. Можете проверить на ТУИСе в итоговых баллах по своему номеру студенческого. Посмотрите там. Прям сейчас. Ну, я хочу себя дам. Да, когда я... хотите. Да. Жозефина. Все, я понял. Жозефина. Да. Давайте, подключайтесь. Я пока не готов, я только... Нет, тогда будем считать, что вы не явились на пересдачу. Можно в следующий раз? Нет. То есть вы сейчас сегодня не готовы. То есть у вас неявка на пересдачу, на вторую пересдачу. Да. Так, Жозефина, я вам настоятельно не советую этого делать. Пожалуйста, откройте свой последний проект и покажите хоть какие-то знания по этому предмету. Следующая пересдача у нас комиссионная. Если вы на нее не явитесь или не сдадите, то, к сожалению, деканат будет вынужден вас отчислить. Что? Я не слышу. Жозефина, откройте, пожалуйста, ваш проект.
Какой проект? 16-й лабораторной работы. 16? Да. Но я сказала, что я не готова. Я на следующий раз. Хорошо, тогда мы ставим вам в ведомость неявку. И дата следующей пересдачи будет написана в ТУИС. Хорошо. До свидания. Кирилл Несин. Да, я здесь сейчас. Давайте. Видно все? Пока не. Вот так вот, да, горы. Давайте вашу папку с вашими чудесными работами. Так. Это я сейчас папки сделал. Ах, очень чудесно, что вы сейчас... А где ваши схемки? Тут еще должны быть вот отчеты. Диаграммы. Нет, не отчеты, а схемки. В отчетах они получаются? Ну, вот нет, 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 нет. Тут, когда человек говорит, что у него отдельных файлов схем нету, возникает подозрение, что он их не делал, а, соответственно, не делал и лабораторных работ. Я сейчас их просто не могу не найти, их всех закинул в отчеты. И удалили, потому что они занимали много места. Нет, может, и не удалил, я просто не знаю, где они сейчас лежат, если честно. Очень все это неприятно выглядит и подозрительно. Извините, пожалуйста, не знал. Да, ну, давайте лабораторную смотрим вашу. Так, вот. 16. Расскажите мне, а почему у вас... Она немного зеркально выглядит относительно того, что есть в пособии. Зеркально? Ну да, PISA у нас была слева, а у вас справа. Ну просто так получилось, не знаю. Да? Ну как бы. Так, покажите, пожалуйста, таблицу роутинга на том маршрутизаторе, который у нас основной. Так, сейчас. Так. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, у нас тут, получается, есть C, который коннектор. Это значит подсети, которые известны по маршрутизаторам. Вот. О, буква О означает OSPF маршрут. S – это статический маршрут, который задан явно через команду route. Дальше у нас. Да. Где у нас статическая маршрутизация, где у нас динамическая маршрутизация? Между какими сетями? Вот которые S маршруты, это статические. А у этой динамические. По логике, где у нас статика? Там Донская, Павловская, где? Между какими сетями? Ну, получается, в одной из лабораторных работ мы настраивали статику, а потом как бы динамическую. Так я вас и спрашиваю, между какими сетями у нас статика, а между какими у нас динамика? Но у нас везде динамический маршрут на данный момент, а статически не используется. Ну, у вас буква S там же есть написано, это значит статика, да? Но они вписаны, ну, S у нас есть, они вписаны, но OSPF активен, поэтому по OSPF работает динамически. Ну, давайте посмотрим настройки АКЛов, то есть доступ опять к Яндексу. Покажите, что он есть, и закройте его для Павловской. Хорошо, сейчас. Нет, а вот давайте вот с ДК Павловской. Есть он там доступ? Так, с помощью... Ну, хоть чего-то, ну... Или, вот. Ну, давай... Я... Желательно по FTP проверить, что есть доступ или нет доступа. Значит, давайте тут. Яндекс. www.яндекс.ру.
Так вот. Есть у вас доступ, да. Ну, а теперь давайте закрывайте этот доступ для ДК Павловская. Закрывать? Да, закрывайте. Так. Сейчас. Получается. Так, как сейчас. Ой. Так, что? Стоп, сейчас. Что я не то нажал? Так. А видно все? Да, давайте, давайте. Не прячьте картинку от нас. Есть, есть. Алло. Да, да, показывайте, показывайте. Ага. Такое ощущение, что вам кто-то диктует, а вы не можете правильно набрать. Не, да я запутался просто. Сейчас, извините. Так. Пьер, а можно... Так. Какие у вас вообще-то на списке доступа? Ну, получается, этот список отвечает за выход в интернет и еще список. Какие вообще списки доступа? Вы видите на экран те списки доступа, которые у вас настроены. Нет, списки доступа. Так, вот он дальше. Нет, просто списки доступа покажите. Не всю конфигурацию, а только списки доступа. Ну, получается, вот они, которые для серверов. А почему тут сервера? Списки доступных доступов серверов. Я думаю, что дальше бесполезно. Что-то человек знает, но по большей части, скорее всего, он не делал эти работы. Какие-то у него знания отрывочные есть. Не знаю дальше, что с ним делать. Я действительно не знаю. Мы обдумаем. Все, у меня вопросов нет.
Обсудим, потом результаты будут вывешены на ТУИ. Спасибо, Кирилл, до свидания. Так, Хатанзейский, да? Так, ах, так. Так, так, так. Так, лабораторный, давайте мы посмотрим. Все, весь списочек. Это не совсем, по-моему, лабораторные. Папочки, а что в папочках? Да, не-не-не, быстро-быстро, я не заметил. Хотел я таймстемп посмотреть. А что же это у нас? Все делалось. Так. Угу. Ну, хорошо, да. А 16-е в таймстемпы покажите. Угу. Хорошо. Давайте. Ну, вот то, что начнем. С того, на чем споткнулся предыдущий. Аклы, пожалуйста, настройте, запретите ходить с Павловской Яндекс смотреть. Положите акл, чтобы мы с Павловской не могли смотреть Яндекс. Незачем, незачем выходить в интернет с ДК Павловской. Вы слышите, вопрос да? Понятен? Вы говорите вообще, нет? Данил, вы говорите? А вы не настроили микрофон, наверное, да? Вот оно что. Ну, давайте переконнектись, попробуйте переконнектиться. Угу, хорошо. Так, все, сейчас слышно, да? Да. Да, вас да. Слышно. Да, теперь слышно, но не видно. Нет. Так, вот теперь и слышно, и видно. И слышно, и видно, да. Давайте сделаем то, что делал предыдущий и не захотел до конца сделать, а именно построим новый акл, чтобы из ДК, только из ДК, Павловской закрыть доступ. Thank you.
Говорите, что вы делаете, пожалуйста. Так, ну я пытаюсь вспомнить, как это сделать сначала. Язык не тот. Итак, вам нужно закрыть доступ только из ДК Павловской к Яндексу, да? De toda la vida, de toda la, perdón, diciendo, de toda la vida durmiendo, ¿cómo te digo? Tarde, no sé cómo se lo cuando dormir, no se me hincha. Ahí yo les encuentro todo el sol. ¿Qué te hiciste? Yo estoy tomando clase de física con la cámara apagada. Но вы же недавно это делали, да? Достаточно недавно. Ну, относительно, да. Это у вас по-латиноамерикански говорят. Да, это у меня соседи. Понятно. Pero es que sabe que yo allá me tomaron cuando estoy en la práctica, yo hago todo un poco más profesional, porque sabe que yo practico deporte, más que mucho. Chaca, te mando control. То есть, вот то, что я вел, здесь я запрещаю вот именно... Ну, у вас какая-то мысль да была, но вы же ничего не сделали. Здесь я запретил вообще всем. Вы ничего не запретили. У вас не сработала команда, если вы увидели, да? А, то есть надо сначала было в это слизь. Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Сейчас. А, все, я походу вспомнил. Я написал, не знаю. Очень неправильно. Cámara.
Так, ну вот, по-моему, сработало. Ну, покажите. Так, как это показать? Ну, как вы проверяете доступ к какому-то протоколу? Мы же, наверное, не можем принять, что вы что-то сделали. Докажите. Так. Esta profesora aquí sin marido y sin mujer, que no hay nada que hacer en casa. Напоминаю, что вам нужно проверить не маршрут к серверу, а доступ по определенному протоколу к Яндексу. Угу. Por ejemplo, si uno, pero esto está peor que cuando teníamos clase. А сколько баллов у вас было? 48. Значит, я думаю так. Конечно, молодой человек ничего не знает, и у него в голове вообще ничего не осталось. То есть вы доступ не закрыли, да? Вы видите, что вы не закрыли доступ. Но по сравнению с другими, он хоть знает, куда иногда тыкать. Да, вы не закрыли доступ. Поэтому да, я думаю, что ему можно поставить. Ну, чтобы просто все, молчите, хватит. Ну ладно. Ну, я просто ему можно поставить. Значит, Даниил, вы дочитайте по теории, повторите. Скорее всего, оценка будет положительная. Результаты будут на ТОИСе вывешены. Спасибо. Вы не тот список доступа, не с тем списком доступа работали. Тот совершенно не для этого. Да, все, отключайтесь, хватит. Значит, у нас остался не Лой тут, да, из присутствующих? Не Лой. Да, слушай, здравствуйте. Алло. Давайте. Слушай. Дмитрий Сергеевич, у него 47. Ну, хорошо. Значит, он хоть что-то нам покажет. Надеюсь. Ну, он докладывался, я помню, вполне адекватно. Ну, хотя и читает, конечно, но... Так, вы подключаетесь, нет? Видно? Нет. Нет. Возможно, задержка идет, Дмитрий Сергеевич. Ну, может быть, да, конечно. Вы из Студгородка? Да. Ну, попробуйте еще раз подключиться. Сейчас? Нет, нет, пока еще. То есть вы пытаетесь подключиться, но не подключаетесь. Ах, да. Что-то мы увидели. Давайте мы все лабораторные посмотрим. Список всех лабораторных в папочке. Ага. Откройте каталог, где находятся все ваши лабораторные работы. Я...
новый университет, поэтому раньше, который был, это удалось. Что? Надо сказать еще раз. Покажите папку с лабораторными работами. Какой у вас язык? У вас английский, французский какой? Английский. Английский. Show folder, please. With your works. I just have the working folder of new Windows, so I have only 10 to 16 right now. Where your last work? Last work? This is not last work. Okay. Ну, по 16 показывает. Да, да. Show how STP work. How STP work. What is STP protocol? STP protocol. STP. Do you know this protocol? No. Doesn't I not test? Show me. How STP protocol work? STP. Дмитрий Сергеевич, проще будет таблицу роутинга и по маршрутизации побеседовать, наверное. Давайте, да. Я боюсь, что тут определенные проблемы. Давайте тогда мы посмотрим таблицу роутинга. Роутинг тейбл. Main роутинг тейбл of our site. This is Донская, Павловская and other and other. Main роутинг тейбл. Show me, please. Main routing table. What device have main routing table? What device? What device have main routing table? Show me. Touch this device by mouse. Touch this device by mouse. Device with main routing table. Do you know notion routing? I don't understand. Routing. Where we may find main routing table. Which device have main routing table? Show me device with main routing table. This is repeater, switch, router. Нет, это, по-моему, вообще бесполезно. Я даже не знаю, что он. Единственный ответ – I don't know. Это единственный ответ, который я могу получить. А вы делали вообще все эти лабораторные работы?
Я думаю, бесполезно его спрашивать. Давайте мы сами решим, что ему поставить. Все, спасибо, Нилой. Я не имею к вам вопросов больше. Все. Кто-то еще остался у нас? А еще раз можно попробовать задать им или нельзя попробовать? Или уже все? Дмитрий Сергеевич, вы готовы еще раз с Ильей беседовать? Он думает, что он что-то послушал и стал больше знать. Так, сейчас. Ну... Давайте, давайте я задам вам вопросы. Нилой, отключайтесь. Отключил. Так, Илья, вы подключаетесь? Да, да, да. А, все, сейчас включаюсь. Включился. Так. Так, так, так. Так, ну, давайте, что мы можем сделать? Давайте мы попросим вас сделать следующее. Давайте сделайте еще одну сеть, ну, какую-нибудь, скажем, Милан, да? И, ну, и из одного роутера достаточно. И сделайте к нему тоже туннель. Еще один. Прямо при нас делайте это все, комментируя каждое действие. Создаете еще одну сеть. Ну, в виде роутера можно и один хост к нему воткнуть. Неважно. Милан пусть называется. И туннель до Милана отдельно делаете. Давайте. Рассказывайте, делайте и рассказывайте. То есть нужно сделать отдельную сеть? А еще дополнительную сеть. Вот у нас Пиза есть. Угу. Давайте роутер без всяких этих удлинений, все там, то есть репитеров не надо, втыкайте ее в интернет, в тот же самый, неважно, там будет у вас Милан, дополнительная сеть в виде одного роутера, этого нам достаточно, и делайте до этого роутера от Донской тоннель. И комментируйте каждый шаг, пожалуйста. Угу. Так. Беру роутер.
Так, соединяю роутер с интернетом. Получается. Так, ну теперь буду переносить роутер в... Так, в... На физике не надо ничего делать, просто вот так. Нам... Не нужно? Нет, на физике не нужно, пожалуйста. Это усложнение ненужное. Давайте. А так он же тогда не будет работать, получается. Почему? Ваша задача показать настройки, какие нужно сделать и на каком устройстве для того, чтобы организовать тоннель. То есть просто настройки прописать, так он работать не будет. Будет, будет. Вы сделаете так, чтобы он работал. Там от физики не зависит ничего, ничего не зависит. Я понял. Ну, у вас линк-то поднялся, все. Так линк не поднялся, он же красный. Ну, так а вы его настроили? А, нет, еще не настраивал. Так, можно, пожалуйста, сначала начну сейчас, а то что-то прям вообще. Ну, давайте, начните сначала. Да, только у меня F6 нет. Да, вот это проблема. Я не знаю, как отменить, у меня проблема, я не то прописал.
меня просто F6 кнопки нету. Автоматом он отключится через некоторое время. Ждите, сейчас у него резолвинг кончится и будет дальше работать. Сейчас можно вот так сделать, попробовать. Сейчас еще вариант есть один. Нет, не то. А, вот все, он сам автоматически. Дмитрий Сергеевич. Да. Там на фоне подсказка. А, понятно. Илья, извините, но вынуждена прекратить с вами общение в этот день пересдачи. Вам будет назначена пересдача в следующий раз. Какая подсказка-то? Все, хватит. Ну, я вижу, что больше никого нету. Тогда пересдачу будем считать завершенной. Все информацию вы получите на ТУИСе. Спасибо. Всем до свидания. До свидания.